Всем привет, дорогие друзья! Записываю этот влог, еще не зная, что нас ждет впереди. Однако, когда он выйдет, мы уже будем знать результат финала мейджора. Наверное, не нужно посвящать вас планы ребят сегодня, потому что план один — выйти на сцену Авичи-арены и разорвать своих соперников. Я надеюсь, что именно это произойдет. Буду откровенна. В общем, друзья, го смотреть наш финальный влог. Поехали! Что может быть важнее победы? Ничего кроме не имеет значения. Что может быть хуже поражения? Неожиданно слабая игра! Что случилось с нами? Мы не сдаемся. Только становимся злее. Что может быть важнее победы? Только одержимость победой. Сейчас будет Рубилова. Давай пятерка. Как настрой? Боевой, но я пока стою спокойно. Ты пока остаешься спокойно? Эмоции сохраняю. Когда ты хочешь раскрыться и выпустить своего зверя? Когда выйдем на сцену. Оставаться спокойно, хладнокровно. Ты, получается, аккумулируешь энергию? Не знаю, значение слова аккумулирую, но экономлю. Best of luck. Good luck, man. Good luck. Good luck. Good luck. Это традиция. Тем более вы все всегда просите. Ты нашел их в магазе? В супермаркете? Там, где медведь нарисован такой? Да. Дабл эвкалипт, да, без Sugar Free. Там еще домой много разу. Да, да, но вот эти самый топ. Мы не изменяем нашим традициям. Ребят, Элика сегодня трогать не будем. Он настраивается. Только что мы с ним это обсудили. Можете уже? Хотим пообщаться с красавчиком Перфекта. Красавчик Александр пришел тоже. А, нет, там это просто. А, да. Да, он очень как просто был, когда заходил. Это можно назвать самым важным матчем в твоей карьере. Да, да. А вот и Буст подъехал. Да, да, да. Видите, как они, когда важный матч, отрывать вообще нельзя. Правильно? Конечно, да. Мы сука. Ну скажи пару слов. Ну что, что может еще значить финал мейджора? Это финал. Отлично. Других слов нет. Я. I got a story to tell. I know they want me to fail. If they throw me into a cell, I know wife she paying the bill. Simple. The enemy's calling you just like a lion. Ну что, друзья, мы еще не знаем ответа, можем только предполагать, а вот-вот начнется матч. Вообще, когда мы играли с Vitality, я увидел, что очень много болельщиков Vitality находится здесь. Очень много французов. И сейчас команда G2 выступает против Natus Vincer. И фанаты разделились, просто 50 на 50. Сегодня будет очень хорошо. Вы только что слышали, как Женя попросил Lavi Nation покричать, и весь зал откликнулся. Мейджор — это не закрытый гештальт. Сейчас при просмотре матча, просто находясь здесь, просто трясутся коленки. Серьезно, сегодня особый мандраж. Это... Надеюсь, вы закончите хорошо. Да, это непередаваемые эмоции. Мы очень переживаем. Мы находимся рядом с нашими гостями. У меня один вопрос, пацаны. Как вы сюда попали? Как это произошло вообще? Слышал последние новости, вернее, инфа от Серого. Он просто сидел, смотрел Кейси, Гамбит, матч. И... Я должен быть там? Да, не, ну мы давно, короче, давно был разговор, что мы хотим поехать в Стокгольм. Что-то, короче, забыли, не знаю. В итоге я вчера, короче, вот делаю, короче, лежу, смотрим Гамбит. И Киря говорит, надо ехать.
такой, все, заканчивается матч, мы берем билеты, вот мы едем, делаем экспресс-тест, берем билеты, и вот мы здесь. И мы... Да, это Кирилл. Же нужно пацанов поддержать, он мне говорит финал, я говорю, конечно, надо лететь. Конечно, конечно. Мы давние фанаты Нави, мы это прекрасно знаем, мы ценим, конечно же. Хорошо, давайте поговорим о финале, у нас же тут соперник, вот такая аналитика от вас. Ну, конечно, чуваки наши, но сегодня вообще, сегодня будет игра в одни ворота, я уверен. Ну, серьезно, видели пик уже? Ancient плюс Nuke. А уже пик, конечно. Да, Ancient, Nuke. Какая третья, кто видел? Нет, что, да, Na'Vi и Ancient хорошо играют. Na'Vi играют хорошо все карты. То, что они играют плохо карты, это плохо для других команд, это плохо. А так-то это лучшая команда в мире, я надеюсь, они сегодня это докажут. Не, мы реально большие, мы должны быть здесь, мы должны быть с пацанами, блин, огромная им поддержка, да, удачи им. Я думаю, они этот сюрприз оценят 100%, у нас есть для вас подарки, мы же не могли просто так вас оставить. Конечно, в последний момент было намутить футболки очень тяжело, они были везде sold out, ребята, я знаю, что вы просите, подходите, спрашиваете, но, к сожалению, они действительно sold out. Вот эти две мне буквально, знаешь, судьба подарила, я рекомендую. Марина, которая из них. Не, Марина, не там. Я Глеб психолог. Look, okay, she sent a pic of me before they hit the ground. All night we rollin', now we rollin' in the sand. This is cricket match, couple day affair with your wife. He think she leaving with my hoodie, told her give it back. Stop off at the hometown, looking like I'm still the man. I see some epitomes of what it's like to finish last. I wonder what it's like to drop and ain't feeling that. Been through a lot, but I ain't never had to deal with that. And fuck a bottom bunk, I'm done laying low. I'm done acting like the enemy ain't made of gold. Solid to the core, I can never play a role. And if you're trying to choose, tell her I don't take a rose. Know the hint, make her fall in love and take a soul. Yeah, I take the body count, but I ain't saving bones. This a favorite song, once I go and lay the bones. Oh, yeah. Сейчас ребята выходят на сцену, вот я даже записывал сториз, говорил, последнее обсуждение. А Олег подумал, что я говорю последняя карта, он говорит, так говорить нельзя, поэтому видите, насколько все серьезно. Я вам навел пример, чтобы вы понимали, что ребята очень сконцентрированы. Кого не спросишь, прямо весь увидел, посмотрите, они сейчас обсуждают следующие карты. Олег себе места не находит, я только что ему разминал спину, делал массаж шеи, шейного отдела, в общем. Так. Короче, видите, фулл концентрат. Ребята, самые главные виновники торжества, которые проходят в фан-зоне. Ультрасы. Николай. Ультрасы Нави. Фаны Нави. Пацаны, рассказывайте, на самом деле, вот мы очень много с вами пошутили, посмеялись, поболели, кричалки, покричали. Сегодня такой важный матч. Вы впервые приехали на такой большой турнир. Расскажите вообще, как впечатление после вот там трех дней, проведенных здесь? Сегодня финал, может быть, есть какие-то недочеты, может быть, что-то не понравилось от организации? Да. Ну, недочеты только то, что не все нас поддержат, когда мы начинаем заводить за Нави. Бывает, так, кстати, шведы такое бывает. Потому что говорят из того, что шведы немножко замкнуты, те, которые местные смотрят, они не отдаются, но сегодня я уничтожу каждого, кто не будет кричать с локоточкой, поэтому мы это проработаем. Плюс, ну, с точки зрения организации, нам понравилось, что было очень мало мерча, вот реально. Ну и развлекут для фанатов. Да, для фанатов, не подумали. Мы готовы были тратить деньги на все, а этого все не было. Вчера, для примера, подходил парень и чуть ли не плакал, вы не знаете, где достать футболку Na'Vi, потому что да, мне писали, их первый день раскупили, а мы хотим, а я говорю, ну, короче, это прям проблема.
А из плюсов? Слушай, из плюсов могу сказать, что нереальная атмосфера. У меня мурашки были по коже, когда я смотрел на весь визуал, на то, как эмоции игроков отображаются на экране. И очень в целом круто находиться в моменте, когда там у всех задержка на трансляции, а ты прямо сейчас здесь. Ну, у тебя есть микроинсайдинг. Да, и у нас постоянно отмечают на трансляциях, то есть мы в них попадаем, и все как бы нам пишут, блин, мы тоже хотим там быть. Даже некоторые пишут, что было все равно на Counter-Strike, и типа мы, ну да, да, далеко хотят. И мы их втянули в это, и тоже теперь болеют за нами, то есть мы как бы большое дело вместе делаем, это тоже круто. Ну, крутяк, ну что, мы погнали смотреть, да, поднять щиты. Мы заряжаем. За нами! За нами! Поздно начали. Короче, сейчас все будет, сейчас все будет. Это за атаку просто, сейчас мы поменяемся. Сейчас настроим. Нам надо взять просто парочку раундов. Нам нужна ваша поддержка! Медленно! Давай! Давай! Thank you.
хочешь? Рассказывай. Ты только что поразил всех. Ты сделал предложение своей девушке. Да. Это было мое обещание. Это был очень... план? Это было мое давнешнее обещание, которое я обещал и себе, и ей, еще очень давно. Слушай, ну круто, это мужской поступок. Я желаю, чтобы все было очень круто. Посмотрим на ответ, я еще сам не знаю. Но надеемся на лучшее. Надеемся на лучшее. Саня MVP. Дань, покажи. Я подарю. А? Саня идет дарить свои девайсы. Идем посмотрим. That's my present for you. That's the mouse that I want to make. It's for you, bro. Click, click here. Forever. And the Compulse cable. The goat's mouse. The goat's mouse. Пару слов. Да я просто в шоке. У меня нет слов просто. Парни нереальные молодцы. И... Ой, я, короче, просто в шоке. Да. Огромная поддержка. Спасибо за эту поддержку. Вообще, парни заслужили эту победу однозначно, потому что очень много приложили усилий к этому, очень долго шли. В общем, всем спасибо. Новые чемпионы мажора, друзья! И сейчас они на этой сцене, на русскоязычной трансляции. Ребята, что мы только что пережили, это тяжело переоценить. Валера, раз уж ты стоишь здесь рядом со мной, ты действительно уникальный случай. Ты пришел в команду, ты выиграл свой первый мейджор. Что ты чувствуешь сейчас? I'm feeling great. Можно на русском? Да, да, да. Я чувствую себя отлично. Хочу сказать спасибо команде. Команда реально... Наша команда проделала огромный путь. Не проиграла ни одной карты за мейджор. Это очень круто. Я люблю всех в команде. Я понимаю, все чувства переполняют. Да, слов нет, на самом деле. Слов просто нет. Это очень круто. Саша, ты человек, которому все давно обещают мейджор. Ты человек, который его заслужил. Что ты чувствуешь сейчас? Настолько для тебя была важна сама эта победа, несмотря на то, что ты являешься одним из лучших, лучшим игроком в этом, блин, мире? Я чувствую радость за организацию, за всех этих ребят. И вместе с Денисом мы шли к этому очень давно и проигрывали вместе. И сейчас я знал, что мы это заслуживаем. Чуть было сложно в конце, но мы сделали, мы поверили в друг друга в очередной раз. Я пойду дальше. Кирилл, капитан, ты слышал, как тебя встречали? Я тебя поздравляю с твоей победой. Что ты хотел бы сказать нашим зрителям? Что ты сейчас чувствуешь? Я могу спасибо столько сказать за огромную поддержку. И это просто энергия здесь в зале и те люди, которые смотрят. Я знаю, что сегодня огромный праздник для СНГ, и я очень рад, что мы смогли победить 2-0. Тоже зашли в историю как команда, которая не проиграла ни одной карты. Вот. Сейчас, честно, такое переполнение эмоций, что просто даже судороги какие-то ощущаются, и тяжело, просто тяжело даже разговаривать. Хорошо, спасибо тебе большое, Илья. Ни одного поражения, одной карты вы не отдали на этом мейджоре. Ты в прекрасной форме, ты тащил такие клатчи. Расскажи, как ты добился и считаешь ли это пиком своей формы? Я пил с утра водичку. И было все хорошо. Водичка самая важная в жизни. Насчет пика формы, не знаю, я думаю, мы можем еще лучше. Я, конечно, рад, что мы не проиграли ни одной карты. Ну, ведь больше нечего сказать. Это был финал. Ты так спокоен, где твои эмоции? Ты выиграл мажор только что. А мы только что покричали, и все прошло. Да, действительно, прошло уже немножко времени. Андрей, тренер, коуч, ты, как всегда, хладнокровен и спокоен. Что ты ощущаешь? Как тебе этот финал? Финал сложный. Почти проиграли карту, вытащили. То есть мы не то, на что мы рассчитывали. Но победители не судят. Денис, Саша сказал, что вы столько прошли уже и финалы мажора. И вот вы наконец-то достигли, вы забираете этот кубок. Ну расскажи, какой ценой и что ты сейчас, о чем ты сейчас думаешь? Думаю, что
Мы работали очень много времени, не зря. Чувствую, наверное, какую-то гордость за нашу команду. То есть мы поставили себе какие-то определенные цели, мы к ним шли, и мы их достигаем. И это не может не радовать. Ребят, ну вот и все, пора заканчивать. Я надеюсь, вам понравились наши влоги. Мы очень сильно старались, мы очень сильно переживали, нервничали, не спали ночами, монтировали. Хотим сказать спасибо всем, кто смотрел нас, спасибо всем, кто болел. Спасибо всем, кто нам, всей нашей команде, которая действительно старалась для вас сделать этот контент. Всем, кто делал этот выпуск, всем, кто сейчас находится в офисе Нави. Ребята, вы крутые, это было круто. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк, нажимать колокольчик, потому что в этом году вас еще ждет много крутых влогов. Ну что, пошли, довольны? Пошли отдыхать. Всем пока.